щеки. Посмотрите друг на друга, улыбнулись. Все готовы к уроку? Красиво, тихо, сидите. А теперь я хочу послушать рапорт нашего дежурного. Сегодня я дежурный. Меня зовут Абдельбари. Я учусь во втором Б классе школы номер 5 города Пайтуба. Сегодня 23 декабря, день недели четверг. По списку 42 учеников. В классе сидят 42. Молодец, спасибо. А ну-ка, кто напомнит мне, какой сейчас у нас урок, ребята? Снег, какой урок? Сейчас урок воспитания. Сейчас урок воспитания. И все настроились, хорошо? Сейчас я хочу рассказать вам одну быль. Давние-давние времена жил великий шах. Естественно, шаху скучно стало владеть только своей страной. Он решил завладеть другими странами. И тогда он послал своих визирей. И сказал о своем намерении. Визири посоветовались. И через некоторое время они изложили ему такую мысль. Смотрите сюда внимательно. Что это значит? Изучить окружающие их государства. Это первое их решение. Через некоторое время они, посоветовавшись, ему предложили следующее. Кто же мне громко прочитает, что здесь написано? Мухсина! Мы будем воевать с теми странами, которые слабее нас. Слабее нас. И тогда решил падишах следующее. Недолго думая, почему же они предложили ему воевать с странами, которые слабее их, и позвал своих глашатаев. Слуги пришли ему повинной головой, и он сказал им о своих намерениях и отправил их в соседние страны. Прошло время, через некоторое, один из них вернулся, и он показал, и он дал ему следующее. Прочитав свое, падишах задумался. В этой стране, где я был, очень богатая. Люди безразличны друг к другу и очень часто болеют. Военная мощь очень сильная. Падишах задумался. Через некоторое время пришел другой. Тоже дал ему сообщение. Здесь написано, страна, где я побывал, слабая по военной мощи, но люди здоровые, навещают больных, очень дружные. Падишах нас задумался и дал задание визирям. Какую же, чтобы они решили, какую же страну послать свои войска. А мы давайте поможем нашему падишаху овладеть. Куда же его направить? Теперь все обращаем внимание сюда. Так, первое. Что предложили нам слуги? Вернее, визири, извините. Что предложили? Так, что думали? Изучить окружающие их государства. Соседние страны. Хорошо. Второе. Что они предложили? С кем они будут воевать? Абузай? Мы будем воевать с странами, которые слабее нас. Хорошо. Так, первый нам что сказал? Что страна богатая, да, ребята? А и военная мощь какая? Очень сильная. А вторая, посмотрите, говорит, слабо, побывал, говорит, слабая по военной мощи,
но люди здоровы. А теперь подумаем и скажем, какую же страну пойдет наш падишах? Какую? Аматова? Вторую. Во вторую страну, да? Почему? Как ты думаешь? Потому что там люди здоровые. И очень дружные. Молодец, мой второй. А почему не пойдет в первую страну? Так, военная сила, смотрите, очень мощная, говорит. Почему? Как вы думаете? Как вы думаете, почему не пойдет? Почему, Мухаммад Юсуф? Потому что там у них люди какие? Люди какие? Они часто болеют. Они, значит, здоровье у них какое? Слабое. И он пойдет, естественно, в какую? Первую страну. Молодец. Слабые со здоровьем и сильные со здоровьем. Наша тема будет у нас связана с чем? Да? Вот теперь посмотрите сюда. Я даю вам. Мы отгадываем слова. Кто-то выйдет, отвечает, назовет буковку, напишет и показывает там по плакату мое тело. Первое, кто угадает? Так, первое слово какое? Какое слово? Какое слово? Губы. Губы? А может еще что-то другое? Можно я? Зубы. Что? Зубы. Зубы. Иди, на. Где там? Быстренько, на. Показывай, где зубы? Как? Во рту бывают зубы. Так, второе слово. Быстренько работаем. Ну-ка, какое слово это у нас? Грудь. Грудь. Так, какое губа пропущено? Да. А мы думаем над следующим. У нас, видите, Абдулгорий? Опа, так. Следующее слово. Второе, Абдулгорий. Какое слово? Жень. Вот. Так, какая губа пропущена? О, быстренько. Вот теперь думаем следующее. Так. Следующее слово какое? Ага, Саня. Руки. Какая губа пропущена? Ре. На, быстренько. И потом, и сразу показывай, где руки. Думай над другим словом. Так, какое слово? Голова. Нет, вот здесь. Еще одно слово есть. Какое слово? Горло. Горло. Какая губа пропущена? О, идем. Где руки? Вот они руки. Так. Следующее. А у мамы Юсуф какое слово? Глаза. Вот это. Я. Глаза. Голова. 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 Быстро. Какая буква пропущена? Б. И следующее. Следующее. Думай быстрее. Быстрее. А букву я буду писать красиво. Получилось.
Бублина. Читать, идем. Быстренько. Какие слова? Так, начинаем. Зе. Какое слово? Здоровье. Ребята, человеку, для человека необходимы все органы, чтобы они были всегда здоровы, да? Здоровы. Хорошо, садись. Посмотрите на экран. Кто прочитает? Я. Так. Я. А ну-ка, Сайдула. Здоровым духом. Здоровый дух. Открываем тетрадочки, пожалуйста. Я тетрадочку открою и наклонно положу. Я, друзья, от вас не скрою. Ручку вот так я держу. Сяду прямо, не согнусь. За работу я возьмусь. Красиво написали число. 23 декабря и тема урока. В здоровом теле здоровый дух. И вы поняли, что сегодня мы будем говорить о нашем здоровье. Чтобы быть здоровым, что нужно делать? А ну-ка, Мусинахан. Заниматься спортом, молодец. Еще. Мой второй. Правильно питаться. Правильно питаться. Режим дня. Соблюдать режим дня. А еще, Мухаммад Юсуф? Гигиена. Соблюдать гигиена. Молодцы. Посмотрите внимательно, закрепим. Здоровье зависит от самого человека, от того, как он о нем заботится и от образа жизни. Значит, каждый из нас должен заботиться о своем здоровье в первую очередь. Кто? Кто? Мама говорит. Так, а кто по-другому скажет? Сам. А Киранджо? Каждый человек что делает? Сам следит за своим здоровьем и сам отвечает в первую очередь. Если вы заболели, ребята, так, вы обращаетесь к кому? Кому? Мы обращаемся к маме. А в школе? А в школе Сайдула? Учитель. Ну а чтобы не болеть, что мы должны делать? Что мы должны делать? Что мы должны делать? Только что сказали. А ну-ка, посмотрите. И еще раз повторим. Кто прочитает? Я. Так. А ну-ка, необходимо следить за режимом питания, соблюдать гигиену, потреблять витамины, заниматься физической культурой, поддерживать здоровье. Хорошо. А теперь, ребята, мы с вами разделимся на команды. Вот необходимое из нас. Я взяла режим дня, то, что мы должны соблюдать. Я взяла, мы знаем, гигиена, тоже должны соблюдать. И физическая культура. Сейчас я разделю вас на команды. Первый ряд у меня будет гигиеной. Второй ряд у нас будет физкультурой. Это над вторым рядом. И третий ряд у нас будет режим дня. Наша цель до конца урока, в конце урока проверить, какой ряд выиграет сначала, соберет больше баллов. И что мы соблюдаем? Ученики 2-го Б-класса, что соблюдают? Первый, гигиену ли? Или сделают физкультуру, или соблюдают режим дня. Цель понятна? Все мы должны с вами заниматься физкультурой. А перед тем, как начать наш конкурс, типа продолжения нашего урока, мы должны с вами
немножко набраться сил, заняться физкультурой. Потихонечку все встали. Немножко отошли друг от друга. Первые парты вперед. Мы набираем с вами силы. Начинаем читать. А вы следите. Даже познакомиться с мамой.
прямо за кухню. Так, Алишерва дальше читает. Что она? Который плов начал кушать. Сия. На блюдо вшаляло. Да, я мы, мама удивленная спросила. Спросила. Сынок, ты случайно ничего не забыл сегодня? Мурачон призадумался. Мурачон призадумался. Значит, мы с вами правильно сказали, да? Что у нас мама удивленная стоит, смотрит на него. А что забыл Мурачон? Почему мама так говорит? Что забыл Мурачон? Так, Сан. С мамой во-первых, с мамой поздороваться. Так, берите баллы. Так, еще что забыл? Он забыл. Посмотрите на его форму. Переодеться. Сколько раз? Три раза. Три раза. Так, хорошо. А мы с вами что делаем, когда возвращаемся со школы? Что мы делаем? А, Нозенджан? Руки. Сразу идешь руки мыть, да? Голодные пришли. Вытимаем сразу, да? Так. Марзия? Сначала переодеться. Вот, опять. Сразу идешь и переодеваешься. Вот домой пришла, переоделась. Дома никого нету. Садись. Мама простая. Здороваемся с теми, кто дома. Сообщаем о том, что мы пришли. Это обязательно, ребята. Так, дальше. Так, дальше. Я вижу, только одни и те же. Ага. Что делаем? Переодеваемся. Хорошо. Вот теперь берите баб. Так. А? Абдульбари? Что делаем потом? Моем руки. Потом что делаем? Ну? Потом идем обед. Хорошо. Вот мы с вами нашли ошибки Мурачона. Так, хорошо. А теперь, ребята, скажите, почему надо мыть руки? Почему надо мыть руки? Так, все. Потому что микробы на руках много бывает. Микробы. Молодец. Так, ребята, а какая болезнь гуляет по всему миру? Уже сколько лет? Какая болезнь? Как называется это? COVID-19. И мы с вами на данный момент что делаем, ребята? Должны. У вас, покажите, антисептики у всех? Вот, молодцы. Пьем какую воду? Только кипяченую, молодцы. Еще, на руках, покажите, салфеточки есть? Вот мы там бережем свое здоровье. Так, и обязательно носим что? Маски. Молодцы. И часто моем руки. Микробы, которые у нас возникают, повсюду гуляют. Мы от них должны беречься. И это еще раз доказывает. Каждый сам ответственный за свое здоровье. Сейчас я хочу вам показать маленький видеоролик, который вам подробно расскажет, что такое микробы. Дорогие, чтобы детям показать, как же будет интересно, что нас дети излучать. Микробы. Привет, малыш. А ты знаешь, что микробы – это очень-очень маленькие существа, поэтому мы их не видим, но они есть везде. Больше всего микробов у нас на руках. Взглянуть через лук на руки попробуй. Увидишь там полчища вредных микробов. Они возбудите разных болезней. Их стряхивать с рук все равно бесполезно. Микробы появляются, когда ты трогаешь ручку двери. Вот, обратите внимание, когда они появляются. Играйте в мяч. Нажимаешь кнопку ручка. Играешь с животными.
слышишь телефон? Трогаешь перила. Тебе надо? И вот раз микробы. Мы учимся на втором этаже. Каждый раз спускаемся, поднимаемся. И средства они погибают от мыла с водой. Запомни, пожалуйста, перед едой и руки старательно с мылом помой. Посмотрите, как надо мыть руки. Мойте руки хорошо. Обратите, выполняем. Выполняем упражнение быстренько. Смотрите, как надо мыть перед. От простой воды и мыла у микробов тает сила. А теперь давай посмотрим, как мы помыли ручки. Сравните первое и второе. Молодец, малыш. Теперь наши ручки чистые. Что такое микробы и откуда они у нас появляются на руках. Вы повторите, взяли руки. Представьте, что у вас мы, и мы выполняем такое упражнение. Мыло мы натираем сверху, снизу, и все вот так по несколько раз. А потом чистенько прополаскиваем руки. Мыло ложим и... Обязательно. Ну, как кто мне скажет, сколько раз в день надо мыть руки? Сколько раз в день надо мыть руки? А ну-ка. Два раза считай. Ребенок. Четыре раза. Так, ноги зода. Пять раз. А я скажу вам, чем чаще надо мыть, каждый из вас, кто встал и говорит два раза, три раза, значит, он столько раз моет. Два раза. Это нам мало, да? Самое больше кто назвал? Может, зода, да? Сколько раз? Пять. Но это не ограничено, ребята. Это жизнь. Если вы выйдете на улицу, домой возвращаетесь, и особенно, когда ходим куда? По делам. Правильно? Молодцы. Итак, мы с вами выяснили. А теперь нам ребята подготовили стихотворение. Слушайте внимательно, сказка начинается, то, что в ней рассказано, всех ребят касается. Я, ребята, попрошу, помнить все вам скажу. Может быть, Ишмата, вы, ребята, знаете, но Ишмата в школе редко вы встречаете. Ученик однобеда, по гостю ходит он сюда. Друзей спешается ответом, боится заболет, он боится. Правда. Вот чудо, а дело было так. Однажды шутка была, и мятный порошок. Вели беседу мило, все было хорошо. Открою вам завет. Я мыло туалетное. Я хочу, чтобы не было вам лет. Мною умываться каждый день. Но прелесть аромата. Аромата. А пропала для Ишмата. Увяз и в грязи, и лени. Совсем меня не ценит. Ишмат не дружит и с водой. Не моет рук перед едой. Не выдержала щетка, не встала с полки в раз. Погладила бороду, бородку и начала рассказ. С мылом я во всем согласна, наш кошмар не ценит ясно. Нехороший мальчик груб, никогда не чистит зубы, но наказан он за лень. Зуб болит четвертый день, плачет ночью Ишмат твой, только слышно ой-ой-ой. Молодцы, ребята, спасибо. Берем по баллу за ответ. А теперь, ребята, давайте решим вопрос. Если у нас в классе Ишматбори, кто скажет «я»? Есть такие? Нет, молодцы. Каким был Ишматбори?
Какой он? А? Какой? Мазунчанин? Нехороший. Нехороший. Это чуточку не так выражено. Что он не делал? Почему щетка, почему порошок, мыло обижены на них? Почему? Так, Сайдула? Он не чистит. Зубы. А почему у него болели они? Потому что сама... Потому что? Потому что... А? Не мой. Не мой? Зубы. А сколько раз берем обал, ребята? А сколько раз надо в день мыть зубы? Сколько раз? А? А что он говорит? Три раза. Три раза. После? Еды. После еды. Молодец. Так, поели? Ну и не всегда. Часто утром и вечером. В школе вы в обеденное время, правильно? Так, хорошо. А теперь, ребята, посмотрите на следующее. Наши Конституции Республики Узбекистан записано о том, что все жители страны имеют право на медицинскую помощь. А кто мне прочитает, что там написано внизу? Внизу что там написано? А? Так, 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 Алиджан. Звоните! Звоните! Так, куда? Скорую помощь! Кто их знал, а кто не знал? Кто знал, а кто не знал? Какой номер у скорой помощи? Какой? Абдургор? 103! Вам приходилось ли звонить? Сами? Когда? Болеет. Ну а ты, тебе приходилось звонить самому? Для мамы? Да. Приходилось, да? Молодцы. Так, хорошо. Но, Сунджана, тебе тоже приходилось? Маме звонить? Хорошо. Ребята, вы не должны болеть. Каждый сам за себя ответственен. Мы в нашем классе некоторые дети иногда и болеют. А почему? Почему болеют? А ну-ка, поясним этот вопрос. На данное время у нас какое время года? Какое время года? Зима. Ух ты! Зима. А да, дай Маркан понял руку. Сейчас время года зима. А зимой что мы должны делать? Что мы должны делать? Так, а ну-ка, Марта, зимой? Зимой. Мы не должны. Выходить из дома. Раз, то есть мы должны одеваться теплее. Это раз. Еще, чтобы не заболеть, что мы должны делать? Но не пить холодную воду. Скоро праздник. Какой праздник? Какой праздник? Обращаемся к нам, дома.
говорите, да? Это нельзя, это нехорошо. Кому обращаемся мы? Хозяина. Мы обращаемся к кому? Маме. Хорошо, берите пап. Так, а если в школе мы обращаемся? Кому обращаемся, Таня Олеговна? Мы обращаемся к учителю. А если в школе есть медсестра, обязательно учитель ведет медсестра. Хорошо. Сейчас я хочу проверить вас, насколько вы любите и знаете своих мам. С каждой команды я хочу раздать. Вот маме обращаемся в первую очередь. Карточка. Моя мама самая лучшая. Давайте, кто возьмет этот нарядок? Я. Ну, пиши. Ананас. Ананас.
Я так посчитаю, сколько? Раз, два, три,
три, четыре. У тебя сколько? Пять. Раз, два, три, четыре. У тебя пять, шесть, семь. Семь, да, пять. Двенадцать. У вас два. Команда гигиена набрала 12. Убинасить. 13, 14, быстренько. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Команда гигиена. 21 балл. Так. Раз. У нее 5 сразу. 5 не отдаем. 6. У тебя... 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20. И сколько? 20. А вот статья. По полочкам теперь я могу сказать, за урок